Всем привет! Сегодня 18 февраля, Московская область, и сегодня я хочу вас познакомить с таким растением, как опунция. Еще ее называют колючая груша. Эту опунцию каманчатскую я приобрела 5 января 2022 года. 3 штуки купила, и они были посажены в эти самые горшочки. Это один из самых зимостойких кактусов, маточник рос в Московской области, поэтому то, что она зимует, так это точно. Вот как раз эта фотография, это маточник, с которого были взяты вот эти ушки. Колючки у этого вида красновато-коричневые, и поэтому еще эту опунцию называют темноколючковая. Зацветает она в июне. Есть цветочек розовый, желтый. Вот у меня как раз тот вид, который цветет желтым цветочком. Колючки очень длинные, но они не так страшны, как глохидии. Это мелкие колючки, они выглядят как пушок. Вы знаете, даже точнее сказать, что это не колючки, это одноклеточные волоски. До них лучше не докасаться, потому что они тонкие, очень хрупкие, с такими с мелкими зазубринами по всей длине. И эти зазубрины направлены в противоположную сторону, поэтому если вы уколитесь такой глохидии, то вытащить ее практически невозможно. Есть несколько способов, может быть, как-нибудь потом я вам расскажу. Они вызывают зуд, раздражение и даже воспаление. Очень противная вещь, поэтому, когда вы будете работать с опунцией, обязательно одевайте железные перчатки. Для кактусов они, конечно, выполняют защитную функцию. Когда я покупала эти кактусы, у них были маленькие зачатки к ладони. И вот как раз эта фотография сделана в тот день, когда я их купила и привезла в квартиру. И вот за месяц они стали такие красивые. Но чтобы они выросли такие, конечно, они у меня стоят под лампами, чтобы новые к ладони не вытягивались, хорошо смотрелись. И, конечно же, это редкий полив до полного просыхания грунта, потому что кактус ни в коем случае нельзя заливать. Я думаю, что ее высаживать я с такими темпами роста буду уже довольно-таки взрослыми растениями. Сажать буду, конечно же, в открытый грунт, в каменное корыто без дна. В композиции будет это у меня смотреться с альпийской горкой. Каменные корыта я вам показывала, я их приобрела в прошлом году. И думаю, что композиция будет симпатично смотреться на альпийской горке. Ну, можно так сказать, добавлю немножко экзотики в композицию. Я уже сказала, что это одна из самых зимостойких опунций. Ее не нужно укрывать. Прекрасно она зимует под покровом снега. Да и, в принципе, и так она просто сбрасывает лишнюю воду, ложится, ближе пригибаясь к зиме. И так она зимует прекрасно в средней полосе России и даже в Сибири. Между прочим, я читала, люди довольно-таки успешно ее выращивают. Мне нравится опунция. В этом году я загорелась кактусами. Я вам показывала уже и видео, что я еще посеялась только семенами. 3 вида еще опунции очень красивые. Цветут великолепно. И еще 2 вида у меня других кактус, и они все зимостойкие. И планирую я их выращивать только в открытом грунте. Ну вот, в принципе, и все, что я вам хотела рассказать сегодня о колючках. Подписывайтесь на канал. Я вам желаю всего самого хорошего. Понравилось видео? Ставьте пальчик вверх. Всем пока!